Что выпадает на долю медсестер, многие из нас знают не понаслышке. Ведь подчас в переполненных больничных отделениях надо успевать всегда и везде. Опоздать нельзя. А ведь лечит не только профессиональное умение, но и доброе слово, участие. Таких сестер пациенты не забывают никогда. Медицинские сестры – это вообще основная движущая сила медицины. Потому что пациент большую часть времени проводит с медицинскими сестрами. Медицинская сестра его встречает, медицинские сестры и санитарки, все работают в одной команде. В одной команде, в первую очередь с врачами. Они-то знают, что хорошая сестра – это гарантия успешного лечения. В Мытищинской городской клинической больнице работают почти 600 медсестер, многие не одно десятилетие, а это огромное профессиональное богатство, богатство опыта. А в редкие минуты отдыха медики умеют и праздничную программу провести. Сами поют, танцуют. Творческая энергия тоже важна в лечебном деле. А главное – это тот заряд бодрости и доброты, которые они несут пациентам. А что им традиционно желают? Сотрудникам, нашим медицинским сестрам, мы желаем, естественно, тоже здоровья, потому что без здоровья никуда. Конечно, каждая из этих сестер могла бы рассказать много историй о своей работе, о пациентах, и большая часть этих историй со счастливым концом. Сергей Берзин, Андрей Капустин, информационная программа «День».